Взял такой и бац, 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 бац. Минус 55-очка. Так вот. Только у меня, по-моему, еще есть один. Чувак, не понял, что случилось вообще. Ну, нормально, кстати. Только немножко надо зарядить. Бегля будет? Конечно, будет. Ближайший. Как, какой стрим без бегля? Стрим без бегля это вообще не стрим. Я считаю. Подо мной танкист. Че, он вообще, ну, не слышал, когда я стрелял, что ли? Так, был 48. Но он, походу, там и остался, да? Ой, это, походу, печаль, беда. Я не понял, откуда его... А, да, сверху. Да, сверху штурм-С. Штурм-С. Ну я не могу достать 48-го. Зато могу достать БМП. Так, под штурм С нам нельзя подставляться. Это ведь штурм С. Поэтому давайте будем здесь, наверное, пролезть. Там какой-то танк стоит, да? Не знаю, что это. Но я еще одного увидел. Ну, давай, 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 родной. Надо заряжать снаряды. Так, тут, по-моему, где-то снарядов 27. Пока первой очереди. Надо примерно зарядить хотя бы половину. Хотя бы половинку, потому что они со скоростью света улетают, снаряды эти. О, кого-то это. Феникс взорвался. Морф. Дублер есть? Ну, есть. Очень быстро снаряд заканчивается. Прям, ну, очень быстро. Вроде только разгоняешься и бац, бац. Ярославчик. Вкусный слейвчик. Ярославчик. Опа. Ну, тут не переиграть. Он, видимо, прямо откуда-то птурит трубой. Сложно найти.
А мне дальше нет смысла ехать. Смотрите, видите, моя команда не продвигается. Она стоит здесь. Меня. Я максимум могу только саппортить им на длине где-нибудь. Максимум. Еще один есть. Прошмыгнул вниз, да? Можно, кстати, подловить его здесь. У них просто так нормально народу еще осталось. Я, конечно, прям агрессирую. Я очень агрессирую. Давай переедем тогда. Сверху уже нет смысла тусить. Продвигаться ближе. Есть возможность убить его. Два типа сидят. Под них подставить сложно. Ну, типа, я уже два шота получил, третий я, скорее всего, не переживу. Под них было сложно подставиться, но я подставился. Так, ну, ну его нахер. Нет, он также внизу стоит. Привет всем танкистам. Катаюсь по открытке. Пятьдесят четверку будет сложно убить. Надо его вытащить на себя, сломать ему ствол и убить его в борт. Я считаю, это будет нормально. Но он не выйдет, скорее всего, будет там сидеть. Будет, скорее всего, там сидеть. Я так понял, подниматься он не собирается. Я по нему пострелял, потому что сагрил его. Гасился там, сидит. Гарри. Вот, я так и думал, я его чуть-чуть
сагрил. Не подъехал, я не выдал ствол. И все. Есть. Можно и поесть, как говорится. Ну а чё? Подождал, пострелял по типам в борт. Все. Мне дальше куда ехать? Я могу стрелять на респаун, могу стрелять наверх, могу стрелять на улице. Главное, вот Шурмес сверху был, его надо было убить, его убили, и все. Я просто начал божить. Получается так. Не, прикольная машина, но опять же позиционочка нужна, чтобы ты мог настреливать налево и направо.